Приветствую вас. Я думаю, что здесь все достаточно просто с одной стороны, но с другой стороны все довольно специфично и индивидуально, как в принципе у любым человеком. Вы не исключение из этого правила, так или иначе. В чем заключается суть? В том, что вам одной тревожно, страшно, тяжело, непонятно, болезненно, негативно. И вы пытаетесь себе найти человека, на кого можно было бы опереться, вот. На кого можно было бы переложить какую-то часть ответственности за себя, за то, что вам страшно, вот, и так далее. Я не говорю, что это плохо, кстати. Я не говорю, что это плохо. Это просто вот такая реальность, к сожалению. Вот, и, соответственно, вам с собой некомфортно, из-за этого появляется чрезмерная потребность в другом человеке. А что это за потребность в другом человеке? Чем она, эта потребность, продиктована? Вот это вот нужно выяснять. Потому что, ну, так вот вам сказать, ну, нет, невозможно. Вот. Почему вы сами, да, там, ну, грубо говоря, почему вы сами не можете, там, опираться, условно говоря, на себя, да, почему вы не можете сами, почему вам самой, с собой находиться, да, трудно, вот. То есть, как бы, вы поймите правильно, что дело не в том, что это плохо, да, дело не в том, что вы должны забить на все социальные контакты и так далее. Дело немножко в другом. Дело в том, что у вас это слишком сильно развито, и вам крайне трудно, как мне кажется, выстраивать отношения с людьми из-за этого. Вы из-за этого не можете быть естественны. Вы из-за этого не можете быть свободны. Вы из-за этого не можете раскрываться перед человеком. Вы из-за этого цепляетесь за человека. Пытаетесь там, не знаю, условно в нем раствориться, да, и так далее. А человеку это не нравится, человек вас отталкивает. И из-за этого получается, что чем сильнее вы пытаетесь преследовать свою цель, да, тем дальше она от вас находится. Чем дальше она от вас убегает. И это, конечно, проблема, безусловно. Вот. Поэтому из, условно говоря, порочного круга нужно выходить. Вот. Как выходить? Значит, работать над собой, вот, каким-то таким, я бы сказал, да, осознаванием, ну, вероятно. Ну, то есть, вот, осознаванием, да, то есть, чем лучше вы осознаете, тем, вам будет понятно, в чем проблема и как его решать, соответственно, да. Это то, что я вам могу сказать. Вот, ну, с точки
зрения психологии, с точки зрения психотерапии. А дальше уже можно будет разбираться. Так вот, если вы думаете, что можно, ну, можно вам понять по такому маленькому количеству информации, то нет, нельзя. Этого недостаточно. Вот. Нужно все-таки с вами поговорить, да, нужно с вами пообщаться, вот, и тогда уже будет понятно, что вам вот не хватает, да, что вам в себе не хватает, в чем вы нуждаетесь, в чем ваша потребность, вот, что вы так вот можете находиться наедине с собой. Вот. Я примерно догадываюсь, но давайте все-таки именно сейчас в предположении, там, грубо говоря, строить не будем, да? Мы постараемся, по крайней мере. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Вот, и вы, значит, сможете ее разрешить. С своей стороны буду надеяться на обратную связь от вас. Всего вам доброго.